Доброго времени суток, дорогие коллеги, с вами Кононова Аня, интернет-проект Фаберлик Онлайн. Сегодня я хочу вас порадовать такими вот видео, как внутренние акции, которые, ну, не видны людям, которые вот не с нами на проекте, которые у нас не зарегистрированы, какие у нас с вами есть секреты. Особенно это касается новичков, которые посмотрят данное видео и поймут, что компания Фаберлик очень щедрая компания, так как она русская, да? Ну что ж, давайте же смотреть. Первым делом это бонусы за покупку, которые нельзя добавлять из каталога, нужно добавлять отсюда, да. Все, что вы хотите добавить, то, что вы хотите добавить, вы добавляете таким вот, допустим, образом, да, смотрите, сколько штучек вам можно взять, да, вот у меня тут не более двух, и я заберу обе, да, и мне нравится это мыло. Также я взяла чай. И, конечно же, если чтобы это мыло отображалось накладной, нужно обязательно нажать кнопочку «Применить изменения». Далее с вами смотрим. Мы нажали кнопочку «Применить изменения». Как вы видите, акций тут реально много. Их можно свернуть, чтобы они вас не мешались. Да? То есть смотрите, вот столько акций. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. То есть это только доступные нам внутренние акции, которые, ну, грубо говоря, не видят люди. Да? То есть акции каталога они видят, акции консультанта они не видят. Как вы видите, я тут забрала две парфюмерных водички, туалетных водички мужских по 90 мл. Акция 1 плюс 1 равно 3. Она действует до конца данного периода. Вы берете две водички, и третья вам автоматом падает в подарок. То есть за три воды вы оплачиваете как за две воды. Да? То есть вы ее можете продать вот три раза за 799 рублей. Да? Вот. А заплатите вы за нее всего лишь, ну, грубо говоря, чуть меньше тысячи, да, вот, и у вас будет такая уже тысяча с лишним выручка, да, ну, 1000 рублей на руки, поэтому я думаю, что да. Потом, значит, у меня идет ювелирная бижутерия Флоранж для рекрутеров 13-го периода, да, то есть я зарегистрировала одного новичка, и мне вот такое вот колье досталось подарок, на самом деле там огромный выбор, да, то есть если вы нажмете выбрать товар, вы выиграли в данной акции, да, то есть обязательно участвуйте. Сейчас на данный момент в каталоге номер 14 Фаберлик дарит подарки, деньги, Фаберлик дарит очень много денег, допустим, если вы зарегистрировали под себя в каталоге номер 14 5 новичков, которые выполнили первый шаг стартовой программы, то есть забрали в подарок порошок для шерсти, то вы получите за каждого по 300 рублей, да, вы представляете? Просто так получите 3x5, 15, 1500 рублей. И эти 1500 рублей вы можете списать за свои заказы. Да? То есть, если вы найдете 10 новичков, понятно, что вы получите 3000 рублей. Да? То есть, акция не ограничена. Если вы найдете 15 новичков, то вы уже получите 9000 рублей. Да? И у вас будет 100% списание объемной скидки с этой акции. Что это означает? Означает, если вы сделали заказ на 5000 рублей, то 4 у вас остается, 5 списывается, и у вас 0 к оплате. Я считаю, что это круто. Это круто, поэтому работайте, действуйте. Ну, хотя бы рублей 500, и то на дороге не валяются, чтобы заслужить такую акцию. Причем вы просто работаете, вы просто получаете выплаты за свою структуру, но вы еще и деньги за это получаете в виде призов. Да, то есть я выбрала такое вот колье, но потом я увидела колье, которое мне понравилось больше. Сейчас я его, да, то есть я его сейчас это убираю и возьму колье Лаве. Очень оно мне понравилось. Это вообще прям очень понравилось прямо. Я его как увидела, сразу, знаете, так влюбилась. Я такую хочу. Очень даже хочу. Вот это колье, да, видите, написано Лаве. Я его закажу своей дочке с удовольствием, да. Ну и давайте я вам покажу его, какое оно на самом деле может быть. Да, давайте вот сюда нажму в поисковик его и вобью артикул. Скорее всего, оно должно найтись. Найдется, не найдется. Сейчас посмотрим. Но таким образом вы можете смотреть все, что предлагается. Ага, это только призовая продукция, да. Ну, просто обалденное колье. Но, как вы видите, выбор тут реально огромный, классный. И, конечно же,
Здорово, да? Смотрите, какая красота выбралась, боже мой, как здорово. Ну, ювелирная бижутерия – это та бижутерия, которая не меркнет, она идет с полудрагоценных составов и так далее, и так далее. Также я могу воспользоваться акцией распродаж, это лучшая цена года на стиральный порошок. На самом деле я заказала около 10 пачек себе, как увидела эту распродажу, и хочу сказать, что порошок хороший, экологически чистый, биоразлагаемый, не наносит вреда окружающей среде, хорошо стирает и так далее, и так далее, и так далее. То есть нареканий к нему никогда не было, и когда я увидела его по распродаже, конечно, я нахватала, чтобы мне хватило на несколько месяцев вперед, пусть стоит. Итак, и, конечно же, аппараты Денос. А также вы можете скопировать его артикул, да, к примеру, скопировать его артикул и посмотреть, что же вам такое предлагают с такой большой скидкой, да, то есть в разделе промо-акции бывают только большие скидки. Что означает этот аппарат Денос, от чего он, да, то есть это уже для людей после 25 лет, когда болит спина, когда хочется расслабиться, когда есть головная боль, когда есть метеочувствительность, да, то есть тут написано, как применять, с чем сочетать и так далее, и так далее. То есть это медицинский препарат, и я думаю, это будет здорово, если вы сможете позволить себе такую вещь лечебную, которая вообще для всех в дом. То есть его можно применять и на спину, и на шею, и да, то есть вот видите, на шее, да, то есть вот обратите внимание, почитайте, может быть, задайте вопросы в обратную связь, да. У нас вот личный кабинет, есть обратная связь, и когда вы заходите в обратную связь, вот какие-то у вас остались вопросы, да, а тут есть вопросы по продукции. И в вопросах по продукции вы можете выбрать галочку Деноса, да, вот Денос MC, вопросы по медицине. Нажимаете, да, пишите заголовок, ответ, и вам все расскажут. Вам все расскажут и ответят. В принципе, там как раз сидят люди с медобразованием, поэтому я думаю, вам понравится наше обслуживание. Когда что-то не знает ваш директор, да, то он, конечно, не медик, лучше всего задавать вопросы в обратную связь. Итак, далее, значит, вспомогательные акции, это каталоги, которые я могу забирать, сколько хочу покупать, да, как вы видите. Далее акция Фаберлик Клуб, которую я могу открыть и так, это я в VIP, да, зашла в Фаберлик Клуб, это списки товаров, я могу выбирать себе подарки. Недавно я получила комплект постельного белья, до этого я накопила на халаты три банных полотенца, да, то есть вот набор постельного белья, такой вот хорошенький, он у меня есть, я его получила, очень хорошее качество, все отлично. Набор из трех полотенец, вот такие вот беленькие, белоснежные, пришли, хорошо впитывают и так далее, да. То есть у меня 804 бонуса, и я могу забирать все, что мне понравится, да, то есть я могу вот так смотреть, могу в поисковике искать и так далее, да. То есть если я на 800 бонусов захочу набрать масок для лица, то, в принципе, я могу себе это позволить, да, несколько десятков штук, да, по-моему, 160, если я не ошибаюсь, посчитайте на калькуляторе за мной, да, тут в ассортименте мыло в подарок за 10 бонусов, за 15 бонусов уже идут подарочки такие посерьезнее, да, есть за 25 бонусов, за 30, за 35, да, то есть вы видите, тут огромный выбор, и это все реально за 0 рублей. То есть вы делаете заказы, вы их оплачиваете, и эти заказы весят какие-то баллы. И вот эти баллы как раз пересчитываются в бонусы. И эти бонусы вы можете ежекаталожно менять в своем личном кабинете, или вы можете эти бонусы копить и брать что-то подороже, да? Ну, как вы видите, я накопила, да, и я могу взять, допустим, какое-то колье, которое в каталоге стоит 2000, да, что-то из ювелирной бижутерии, или я могу взять порошок, да, крем-проэликсир, да, то есть я могу взять средства для чистки, да, мытья и стекол, то есть я могу взять все, что захочу, а могу копить дальше, поэтому я буду копить, да, то есть и Фаберлик Клуб списки товаров
промо для VIP-консультантов. То есть я VIP-консультант, и мне положены привилегии. Да? Вот программа VIP по итогам 13-й кампании. Во-первых, что мне доступно? Давайте посмотрим, оно загрузится. Я вам покажу, что мне доступно. Грузится долго, потому что там привилегий много. Так, вот оно прогрузилось, то есть я могу взять, так как я VIP уже 4 уровня, более 18 периодов, более 30, уже, наверное, периодов делаю по 100 баллов, я могу взять два средства с 70% скидкой. Вот именно из-за этого списка у меня и долго не грузилось, да, как вы видите. Да, то есть вы можете брать, как вы видите, и колготки тут есть, да, и белые, и всякие. Я, наверное, поищу колготочки 100 ден, если у меня получится. Я очень люблю дочки колготки заказывать. Нету, да, в этот раз. Да, то есть вы можете взять какую-то парфюмерную воду, которая в каталоге стоит больше 1000 рублей, а тут она вам обойдется рублей там 300-400, да, то есть вы можете на самом деле очень-очень-очень хорошо сэкономить, брать дорогие продукты по реально низким ценам. А вот смотрите, мягкие эластичные колготки «Лесная сказка», да, то есть они в каталоге реально дорого стоят, а тут я их могу взять всего лишь за 100 рублей, да, то есть это круто. Да, то есть тут есть бордовые, синие, еще какие-то есть, да, ну, то есть я позже выберу, какие мне нравятся. Смотрите, тут еще есть колготочки для новорожденных, тоже в VIP-ах, да, то есть вы можете все что угодно брать, да. Носочки есть вот для малышей, да, размеры 14-16, ну, совсем здорово. Наборы есть из двух пар за 40 рублей. Вообще, да, смешные цены, то есть вы можете покупать очень много всего, да, колготки в горошек, да, 100% хлопок, тут идет 100 ден, а они идут всего лишь 132 рубля. Ну, в общем, я думаю, вы меня поняли, что выбирать тут не перевыбрать. Их очень-очень-очень много. Да, если вы что-то выбрали, допустим, я возьму кондиционер, шампунь для волос, я нажму «Выбрать». Вот так вот. И еще у меня в этом же самом разделе есть... Как хорошо, что я выбрала. И нажала, да, то есть еще в этом же самом разделе есть второе, это каталоги, которые вы можете брать с 50% скидкой, а потом, значит, пробники туалетной воды не более 10, да, пробники косметики для дома не более 10, ну, то есть суммарно 50, да, получается. Далее, значит, пробники помад, пробники кремов, да, тут и пробники шампуней. Да, то есть я думаю, это просто здорово. Конечно же, я нажала кнопочку «Выбрать». И также у меня есть новинки для VIP-консультантов. Что же это такое? За 2 недели до начала продаж с уровня VIP-9 я могу заказывать все новинки, какие я хочу по VIP-у, но не более 50, как вы видите, да. Поэтому, конечно же, зеленый чай я люблю, крем-пенка для деликатного умывания, конечно же, попробую. Парфюмерная вода для женщин Оферик Эмон Тинель какой-то, да, новинка. Это я уже купила. Помада, ну вот эти два цвета. Вот, наверное, вот этот я попробую, да. Далее, значит, блеск для губ. Как вы видите, тут огромное количество выборов, да. То есть я люблю какие-то нюдовые такие приятные цвета. Закажу себе штучку, да, попробовать его. Далее идет жидкий пигмент. Жидкий пигмент – вещь просто великолепная. Я вам хочу сказать, ни один человек, который заказал, не пожалеет. Он держится практически целый день на губах, а губы вас вообще не кажутся накрашенными. Это круто, если честно, вообще круто. Это так и классно смотрится, так натурально, как будто это ваши настоящие губки.
Да, я попробую вот этот взять. Да, далее, значит, идет гель для бровей. Ну, его я себе брать не буду. Вот, значит, супер объемная тушь могу попробовать, да. Палета теней для бровей. Ого, это я люблю. Далее, значит, тональный крем «Двойная игра». Ну, кремы у меня идут хорошо. Возьму попробовать слоновую кость. Это мой оттеночек. Маска-восполнитель кератина для поврежденных волос. Cell & Care. Боже мой, новая коллекция Cell & Care без лаурисульфатов пополнилась новой коллекцией. Буду очень рада попробовать. Восстанавливающий филлер для поврежденных волос. Также, как вы видите, я могу взять нижнее белье, да, то есть мой размер 85B, если он у меня тут, да, вот 85B, обязательно попробую его. С особой поддержкой я брать не буду, у меня небольшой размер груди, поэтому как бы в особой поддержке я не нуждаюсь. И также можно взять трусики, да, вот я все время эмочку беру. Вот это трусики, да, поддерживает животик классно. Так, далее, значит, тут полуботинки. Вот я тут не совсем поняла, что это за полуботинки. Скорее всего, это женские. Да, ну, в принципе, в этот раз в випах мало, но, скорее всего, просто, ну, нету ничего. Я думаю, дочке закажу вот эти вот, пусть она попробует, понравится ей или нет. Она любит всякое новое, креативное. Если не понравится, то в компании Faberlic есть возврат в течение 21 дня, и проблем не будет с этим. Ну что ж, я нажимаю «Выбрать», и все новинки по акции, как вы видите, у меня добавлены. Теперь я нажимаю кнопочку «Применить изменения», и, конечно же, я очень довольна тем, что я могу самое первое выбрать хотя бы из того, что есть из новиночек. Да, итак, давайте же сделаем с вами под итог. Да, то есть я VIP-консультанты забираю под новинки за 2 недели до начала продаж, да, как вы видите. Я могу взять любые 2 продукта с 70% скидкой, я могу приобрести 50 пробников с 70% скидкой. Да, то есть далее я получила подарок по акции 1 плюс 1 равно 3, 90 миллилитров новую парфюмерную водичку, которую еще никто ни разу не пробовал, да, то есть эта акция только для зарегистрированных. А далее я получила еще 4 карточки «Твой бонус», да, то есть это здорово. А далее, значит, что я еще получила, да, ну, наверное, уже все остальное. А, да, я получила колье «Магия любви» всего лишь за 300 рублей, обалдеть, да, еще, ой, мне еще и пробник упал, да, пробник упал в подарок. Вот так вот я посидела. И, конечно же, когда я нажимаю «Продолжить оформление заказа», если вы делаете свой первый заказ, да, то вам пойдет порошок, стиральный порошок в подарок. Это тоже здорово. И когда я уже проверяю, все ли мне нравится, все ли у меня хорошо, у меня объемная скидка уже не списывается, потому что я уже получаю свои денежки на расчетный счет в банке. Поэтому у меня нет списания ОС. Я нажимаю «Утвердить заказ», да, то есть, и нажимаю снова «Утвердить заказ». Корзиной автозаказа я пользуюсь спокойно. О ней можно почитать всегда подробнее. Я ее не боюсь. И, конечно же, я жду утверждения заказа. Сейчас мне выйдет карточка. Сейчас мне выйдет карточка, да. И я увижу то, что попало в автозаказ. Да? Следующие товары будут перенесены в корзину автозаказа. Да? То есть такого колье на моем ДП нет, его повезут ко мне с другого ДП. Но такую красоту для дочки я обязательно дождусь. Мне она очень нравится. Да? И, конечно же, по заказу с меня 6000 рублей. Сумма к оплате 7120, да, то есть меня взяли за доставочку, да, вес, дата предполагаемой доставки, контактные телефоны, по которым
я могу в любое время позвонить, да, как работает мой агентский пункт, когда, то есть доставка до какого пункта, да, адрес. Также я могу про этот агентский пункт узнать все, да, то есть посмотреть, да, отсрочка платежа это для людей, которые делают свыше 50 баллов. Вот, то есть я считаю, что у нас очень удобно, да. И, конечно же, когда мы проходим личный кабинет, то если мы не записали сумму, еще что-то, то в разделе «Мой счет» вы можете легко увидеть, сколько у вас к оплате. Да, давайте посмотрим, да, мой счет сейчас прогрузится, да, и к оплате вот все вместе 9000 рублей, потому что я до этого еще делала заказ в сумочку, да, вот, то есть смотрите, сейчас я нажимаю личный кабинет, и тут у нас с вами есть в личном кабинете корзинка автозаказа, и в корзинке автозаказа я легко объединяю заказ и оплачиваю оба заказа сразу. Да, то есть, ну, я как бы терпеливый человек, и я могу легко корзинку автозаказа оплатить сразу, а когда придет, тогда придет, ничего страшного, да. То есть, у меня идет колье, я это все объединяю заказ, и у меня формируется один единственный новый заказ. Объединяю, закрываю окно. Да, и у меня к оплате появляется в разделе «Мой счет» практически мгновенно, может быть 15-20 минут, что к оплате 12 731 рубль. Да, то есть, ну что ж, с вами была Кунинова Анна, интернет-проект Фаберлик Онлайн. Очень много подарков, очень много новинок. Обувь, конечно, сомневаюсь, что Катюшка оставит себе обе пары, но слава богу, можно померить и вернуть. А вдруг ей понравится, конечно же, ей будет очень-очень приятно, что мама о ней заботится. Она сейчас учится в колледже, все равно пусть обувь меняет, а то все время в одной обуви ножки уже потеют, все равно это не так уж и полезно для здоровья. Ну что ж, всем спасибо за внимание. До встречи с вами в новых видео.